Непогода разгулялась в Удмуртии. Из-за сильного ветра в Ижевске покосило рекламные баннеры и попадали деревья. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Глава Удмуртии Александр Соловьев заработал за год 8 миллионов 700 тысяч рублей с учетом дохода от продажи недвижимости. Жителя Воткинска будут судить за убийство бывшей супруги. Из-за квартиры он забил женщину огромным гвоздем и вывез за город, где бросил в снегу. И еще одно дело будет разбирать Воткинский суд. Мужчина подал иск на своих коллег, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Из-за этого у него практически развалилась семья и пришлось поменять работу. Столб воды высотой в несколько этажей поднялся на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Пушкинской. Оказалось, что порвалась труба теплоснабжения. Хорошо, что не зимой, когда она была горячей. В причинах разбираются специалисты.